Я не полагал, что будут сводить счеты, в том числе и с Тимошенко. Каждому премьеру можно предъявить немало претензий и немало требований. Потому что вся приватизация, которая проводилась на постсоветском пространстве, криминальна по содержанию и абсолютно бессовестна по последствиям. Но то, что ей вменили, это не лезет ни в какие ворота. Во-первых, договор, который подписывали с нашей стороны, подписывали хозяйственные субъекты. Во-вторых, цены, которые платит Украина за газ, не отличаются от европейских, а по многим показателям, по сути дела, ниже. В-третьих, не было ни одного факта, доказывающего о том, что от этой суммы что-то перепало в карман непосредственно Тимошенко. Поэтому это скорее сведение политических счетов, своего рода разборка, судилище, которое вообще, мягко говоря, дурно пахнет. На мой взгляд, ситуация будет дальше развиваться в связи с апелляцией и возможностью изменений законодательства Украины. По крайней мере, я вчера послушал выступления многих действующих лиц, в том числе Януковича. Вот. Но я бы на месте руководства Украины не затевал бы вот эту вакханалию, которая, собственно говоря, не прибавляет ни политического веса, не дает уверенности. Перед Украиной стоит море задач и проблем, их надо решать. Многие премьеры за последнее время с этими задачами не справились, а граждане Украины требуют и улучшения социального положения, повышения эффективности работы производства и многого другого. Будем смотреть, как будут дальше развиваться события, но с политическими оппонентами надо бороться политическими методами, а не организовывать подобные судилища.